Ах, зачем ты, земля, разгорелась сегодня пожаром? Пусть живая вода проливается влагой с небес, и сойдет тишина благодатным божественным даром, что под пение птиц зазвенел белоствольный твой лес. Если Родина-мать позовет, путь один для мужчины — строй сомкнуть и к врагу повернуться штыком и лицом. Ведь на нашей земле были Богом герои хранимы, и заканчивал враг путь бесславный позорным концом. За героев молюсь, защити их, спаси, Боже правый. Стань же крепче брони, почерневший от копоти лес. В эти ночи и дни чести, доблести, воинской славы поднимайся, дух нашей России, земли до небес. Если Родина-мать позовет, путь один для мужчины — не жалея себя, защищать от врагов край родной. Огради их, Господь, от ударов предательских в спины, и молитвой небесную в огненном смерче накрой. Зачем ты, земля, разгорелась сегодня пожаром? Я молю, чтоб живая вода вместо слез проливалась с небес, и сошла тишина благодатным божественным даром, чтоб от пения птиц зазвенел белоствольный твой лес. Поднимая дух нашей России до самых небес.